Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня покажу вам мод, который управляет GTA 5 Minecraft Pocket Edition. Вот у меня загрузился мир, в руках у меня Калашникова, АК-47, так сказать. Также мы можем стрелять, вот. Вот остаются вот такие пули. Так, дальше идет у нас УЗИ, она стреляет очень быстро, как видите. Ну, стрелять те же пулями. Есть вот такая винтовка, которая есть такой прицел. Тоже можно стрельнуть. Вот. Есть пистолет. Еще один автомат. Тоже быстро стреляет, пожалуй. Так, также тут есть еще одно оружие. Есть граната, как видите. Так, сейчас я все покажу. Сейчас возьму эти вещи. Так. Что ж, вот. Запускаем гранату, как видите, у нас появляется горячий динамит. Это у нас бензопила, это катана. У нас дубинка. Это у нас, получается, огненное оружие. Оружие, которое стреляет огнем. Так, дальше есть еще миниган. И... Так, вот миниган, как видите, очень быстро стреляет. Это у нас типа гранатомета. Так получается тоже. Это у нас еще... Один пистолет. Так. Теперь давайте я вам покажу транспорт. Вот. Так, вот как видите, появился такой красивый танк. Почему-то он от нас уезжает. Эта машина почему-то без текстур. Вот это уже машина с текстурами. Мы можем в нее сесть. Вот давайте попробуем. Нет, она не поддается огню. Ну ладно, пойдем дальше. Дальше у нас есть такие яйца. Это у нас. Так, это у нас. Я забыл. Это у нас. Да, блин, забыл. Это у нас назойливый полицейский. Если мы его убьем, нам дадут яйца. Нам дадут звезды. Ага, вспомнил. Это Тревор. Он будет за нами ходить, как видите. Так, вот давайте я вам покажу. Вот у нас появилась звезда. Они будут нас преследовать на своих автомобилях. Ну, такой маленький мод, точнее большой. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.